Сейчас я делаюсь. Давай, давай. Без завтрака. Угу. Гель, хочешь? Да. Да нет. Прикольно. Тут тоже норм. Воняет только какой-то хуйней. Как будто плесенью. Чуть-чуть. Есть такое? Не воняет, не знаешь, вот от всех побед российских спортсменов воняет, знаешь, чем? Плесенью? Я думал, я не боюсь. Но оно сжимается. Сегодня мне сны снились. Мне снилось, что я в Швейцарии, короче. Бля. Вот, работаю на заправке. И я себе так накрутил, что как будто я в фильме «Мирный воин», вот там. Я работал на заправке, параллельно получал образование тренера, чтобы каких-то детей тренировать. Я не, по-моему, даже футбол. Потом оказалось, как-то я быстро переметнулся в этот, в дом престарелых, где моя бабушка работала. И я жил почему-то там, в доме престарелых. Но не с дедами, там верхний этаж для сотрудников, работников. И я там жил. Вот в этом сне. Работал, жил с дедами, работал на заправке и учился в универе. Туалетный юмор начался. Как ты, блядь, проснул? Как ты проспал-то, а, Степа? Мы там стоим, блядь, постояли там, постояли тут. Думаю, где Степа? Я будильник вроде поставил, но что-то не прозвенел. Хотя чем мне бояться? Я швейцарец. Я просто швейцарский пенсионер. Das ist Grüßer. Grüßer mitnom. Это швейцарский диалект, типа для всех здравствуйте называется. Их либо, их або дизах. Их либо дих. Просто их либо дих. All of you. Us, me там. Шайзе? Это шайзе называется? Мне снились сны, что, блядь, ты с Рюмковым дрался. Я пришел на точку сборки, и тебя нет. Я думаю, блядь, он победил. Ну нет, старта-то не будет, и что он будет делать? Придется в Берн ехать. Суизленд. Как Настя говорит, кому вы там нужны? Я говорю, да мы никому не нужны. Они нам нужны. Мы хотим туда, мы-то им не нужны. Вот, сейчас начинаем. Все, поехали. Хуярим. У Степы цвет такой классный. Да у нас как бы два совде по два цвета, да? Давай. Не, вообще цвета хорошие, реально. Уродов видел когда-нибудь? Нормально, что Степа на полчаса опоздал? Ох, блядь. Рассказывай, Степа, как дела? Короче, делаем сегодня по 400 метров, отдых где-то 40 секунд, скорость на 400 в район 3-3.05. Считать не будем, сколько у нас, сколько надо делать, мы просто по времени 45 минут делаем эту работу и все. Типа сколько за 45 минут? Да, и 45 минут пикнуло, а мы еще бежим отрезок, просто заканчиваем и все. Когда у меня батя приходил с работы голодный домой, он обычно был злой. И после того, как поел, у него было, был голос, как будто он бухнул. Ну, когда полдня не ешь, и потом что-то говоришь, может так, знаешь, глотать, типа, гель. Ну, не гель, а гель. Вот, это синька. Один из партнеров этой поездки в Кисловодск, Степан Киселев. Второй партнер – это просто гель, birthday cake. У меня, конечно, день рождения. Я взял еще парням немного. Степа, наверное, тоже будет гу, у него же нет контракта ни с каким больше, да, блин? У меня сиск, у меня сиск. Ну и что, это же не значит, что тебе нельзя поесть. Я не хочу. Они очень сладкие, вкусные. Горыныч, ты пробовал колу когда-нибудь? Нет, да. Я вообще гель и гу не пробовал ни разу, мне кажется. Возьми гель, тогда колу, вот сейчас спои, пробуешь ее или дома. И возьми еще, давай стробери банан возьми, тоже хороший. Блин, фига себе. Так сказал, как будто это постанова. Вот, а я сейчас дам birthday cake. А после тренировки я скушаю рактан. Сегодня день рождения у Степана Киселева. Поздравьте его в комментариях. И за его здоровье. Вот этот вот кейк, это что, чинюшка или пирог? Да. Вообще-то затестишь, тебе понравится. Срыв не показывает и не рекомендует то, что невкусно или ему не нравится. Я за правду. Поэтому для тебя лежит целый пакет порошка веганского дома.
протеина. Протеин, который ты заберешь. Если хотите такие гели приобрести, можете вот на к ребятам зайти и посмотреть, что там есть. Точно, нет? Да. Ладно, ребят, нажимаешь ты, да, уже? Да, ребята, я пошутил, что сегодня день рождения у Степы. Искандер Едгаров. Ты мой кумир. Я поздравляю тебя. За тебя я съел этот пирог. Этот тортик я за тебя съел. Ребята, когда мы ехали в Киргизию, мы ехали, чтобы снимать контент, снимать влоги. И посовещавшись, мы решили с верблюдом вместе. Вот, блядь. И посовещавшись с верблюдом. Сука. У него день рождения сегодня. Мы решили все-таки снять этот влог. Мы делаем то, что делаем. Продолжаем жить, существовать, как верблюд. Я бы здесь не умер. Умирать есть кому? Ему. Ладно. Ну, можно будет что-то из этого нарезать, наверное. Я верблюда закрываю. Но я повторюсь, это в честь Искандера Едгарова, этот кейк. Михаил, один из моих любимых тренеров, он любит гу. Так же, как я люблю верблюда. Вот. Степан делает беговые, я не буду, пожалуй, потому что беговые для тех, кто бегать не умеет, это мы уже все помним. И срыв постоянно повторяет свои эти заученные какие-то фразы, которые учат. Вот. Но на самом деле он не срыв, все уже давно его разоблачили, и он является срыгом. Это срыг, которого не видывал, блядь, свет. А, искал, блядь, мне, значит, надо отжаться 10 раз, ну хуй с ним. И чуть вперед смотришь, как отец учил, как пьяный отец учил. Хороший. Братишка мой. Есть еще гель пацану дадим? Чуть-чуть полежи. Какой хороший. Вкусненько, да, гель? Опа. Он сказал, нужно почаще. Это часто с его точки зрения. Моня, конечно... Давай, как ты сейчас... Моня, конечно, не одобрит. Показать тебе беговую нормально? Нет. Срыв делает. Это каратэ-до. Какие-то воспитательные работы. Это он после того, как в Кении обручился с кем-то, так себя идет или нет? Я вообще не понимаю, как он бегал там 5 по штуке, по 2.35, знаешь, какие-то были годы. Да. С таким многоскоком. Не, смотри, начал стараться. Да. Там все запись так идет, но я не верю, что это титульный слышно. Спонсор этой поездки. Компания Asics. Тот, кто свободен, тот, кто живой. Тот, кто не гражданин, а живой. Он получает все современное, все самое лучшее от этого мира. А это зачем? Чтоб слышно было тебя. А я не буду сейчас говорить ничего. Ничего не расскажешь про них? Это кроссовки с карбоновой пластиной. Asics Meta Speed Sky. Просто отличная обувь. Конкурент топовым карбоновым ботинкам других брендов. И он справляется. Парни уже закончили, мы еще не начали. Все, поищем, давай.
бегали 25 раз. В минуте 10, через 40 секунд. В среднем где-то, наверное, 3.0 плюс-минус. Ну, тут где-то в горочку, где-то вниз. От 3.05 до 2.53. Если что, то мы сейчас на высоте где-то 1650. Это Бостари, озеро Иссык-Куль, Кыргызстан. Работа, кажется, несложная, но вот так вот по цифрам, блин, придавлено все равно. Чувствуется, что как-то кислорода не хватает и сушит здесь сильней. У тебя была климуха? Я первую неделю очень легко побегал. Но, правда, мы когда с Сашей Сторожевым бегали работу, там по 3.30, 3.25 какие-то вставки, восьмерку. Мне прям тяжеловато было. Это был, наверное, пятый день. Вот, а на прошлой неделе уже какие-то такие фортлейки, там 500 через 500, уже так более шустро, оно нормально шло. Я думаю, что где-то дня до 11, наверное, я какую-то прибитость ощущал, а потом прям нормально. Трусы длительные, мне кажется, на трусы длительная акклиматизация не так сказывается, как, ну, гипоксия, как вот на работе. Когда чуть где-то к порогу приближаешься, там и пульс уже тяжелее разогнать, и как бы немножко так кислородика не хватает, и обрубает быстро. Вот сегодня вроде бежишь, мы полработы сделали, мне хорошо, а потом где-то минуты с 30 прям бац, обрубает, как будто каждый отрезок уже в натяг так дается. Хотя, блин, что там за скорость, 2.55, 3.0, но это вообще ни о чем. По идее, как бы, ну, для Степы-то тем более, там половинку с такой скоростью бежит. Почему по времени, а не по расстоянию вы бегали сегодня? Да потому что муторно, это постоянно контролировать отрезки. И начинаешь загоняться скоростью. Ты так или иначе будешь, ну, знаешь цифры, например, как ты обычно бегаешь 400 метров, и ты будешь стремиться к тем же цифрам, что и внизу бегаешь. Поэтому тут лучше отпустить это. А тебе интересно, поскольку мы бегали? Нет. Я сам себя, да, уже снимаю, как какой-то конченый блогер. Я замялся, я закрываю вот это вот сахарное окно сейчас. Ананасом рактан, который очень густой. И вот этот более жесткий, чем вот этот. Вот это прям просто вот детская штучка. А вот это из-за того, что там много аминокислот, там сориум и так далее, он более мощный. Но Срык верит в то, что любая незаменимая аминокислота синтезируется микрофлорой кишечника. И в принципе вам это не нужно. Но я это кушаю, потому что это вкусно. И я против насилия над животными, над людьми, над кем угодно. Но выбор остается за каждым. Насиловать животных или рыб. Здесь у нас общий мусор, здесь у нас компост вот такой. Мы потом удобряем деревья. Две плиты. Одна работает, вторая нет. Это меф. Он забирает обычно к себе чайник и пьет чай. Я теневой игрок. Вот отсюда мы притащили матрас один. По идее, он должен был вот с этим, с пульсоксиметром, или как его называют. Вот с этим человеком. Я на высоких технологиях постоянно. О, это вид у нас такой, да, у нас вид классный, особенно когда облаков нет. А здесь это место, в котором, наверное, режут животных, ну я так думаю. А это комната Срыга. Ну ладно, все, наверное. Сейчас кашу будем кушать. Геркулесовую. А ладно, теперь все, еще пошло. Эта поездка не состоится.